забить насмерть этот несчастный телефон, который и так уже пережил много лет. Теперь ему придется переживать тыкивание вот так. И по крутяшке. И перекрытяшки, да. Это можно посмотреть немножко. Секреты раскрываем. А где ты уже дырок наделал? Вот. Сейчас в столе будем смотреть, какие штуки прикольные. Советские технологии. Хотя, скорее всего, изобрели их в другом месте. А, если по количеству вот этих штучек, да, это и считает. Ну давай, это уже достаточно секретов просто. Очень важно. Курва. Катя, рассказывай, что ты делаешь сейчас. Я намазываю клей ПВА. А как клей ПВА в Словакии называется? Древо. Вуд. Патекс вуд. Вуд патекс, вот так вот. Так, и это все мы делаем зачем? Чтобы? Приклеить ткань. После того, как нанесли клей, нужно наклеить эту штуку, да, чтобы, не было пупырышек. Эту ткань. Круг готов. Это волшебная смесь. Угу. Это опилки с чем-то, да? Да, с клеем. С ПВА? Да. А что ты с ним будешь делать сейчас? Я буду намазывать эту штуку на цифры, на стрелки, чтобы появился потом эффект нужный. Прикольно. Папарацци. Сейчас будем тестить холодос. Ты хочешь снимать секреты? Конечно. Ого, представляете? Вы думали, там привидение сидит и с вами разговаривает, на самом деле это колонки. Вот такая вот штука. А где датчик движения? No more, она отдельно будет. Вы готовы? Вы готовы увидеть? Смотрите. Квест дом. Мы практически в центре Словакии. Ой, в центре Банско-Бистрицы. Сейчас на улице где-то минус 5 градусов. Холодновато. Заснимем. Сейчас делаем, тоже его покрасили весь. Пока все очень грязно, но постепенно. Вот еще, кстати, подготовка реквизита для часов. Несколько слоев было. Сначала все просто покрасили, потом устарели, и вот еще для объемности наклеили деревяшек. Секретные секреты все. Вот это была сейчас скрутка. Начнут квесты открывать без остановки. Вот эта скрутка, это, наверное, да, можно показывать. Ну ладно. Ты делай неправильно, чтобы... Это сгорит. Ну иди, посмотри сейчас. Либо взорвется, либо будет работать. Давай. Ты мне будешь кричать? Я смотрю туда. Да. Да, загорелся свет и, ну, начало чавканье. Единственное, мне кажется, надо погромче чуть сделать. Давай. Красава. Я все подглядываю. Подчерки. We'll be right back.
был белый, красивый, потому что что ты делаешь еще? Кораторы. Андрей, что ты делаешь, скажи? Я проделываю отверстие в глазах головы для того, чтобы провести датчик. Вот. Получается очень как. Тебе это нравится, скажи? Мне не очень приятно. Да, ну не ври, но я же вижу, тебе нравится. Ну правда, не очень приятно. Сильно шумно. Очень шумно. Сегодня нельзя шуметь? Да. Но прикольно. А что прикольно? Светло в ее очах разогнало тьму. Кстати, штуки, которые ты показывал. Какие? Боевые. Эти штуки? Угу. Словацкая электрика. Да. Две фазы в один провод. Очень круто. А ты специально так красиво все сделал? Зелененький сюда присобачил? Не, это он сделал, я нормальные клеммы поставил. Угу. Чтобы как у людей. А что еще? Там куча проводов, они все будут к щитку подходить? Да. Эти все. То есть вообще твоя задача сейчас все подрубить это? Да. Вот сюда? Да. Серьезно? И ты еще ни одну не подрубил? Да. Офигеть. Я только начал, вот клиентки. Не показывай, это секретно. Что, момент истины? Я тебе говорю. Это все, да? Ну не, вообще что-то загорелось, смотри. По крайней мере, оно не взорвалось. Ничего не взорвалось, чудеса. О, что-то произошло. А ты выключи просто. Да. Это клей ПВА, я так понимаю. Я тебя не трогаю. А что ты будешь делать? Офигенно вообще. У нас начался уже третий день. Соскучились? Да, давно что-то не было. Все приуныли, здесь вообще был такой период. Все приуныли, но теперь все с новой силой. Это очень важно, как бы смерть идет в новом рождении. А значит, мы все с новой силой. И сегодня все заканчивает. Екатерина? Да. Давно вас не снимал. Что вы делаете? Полочки, чтобы потом их запачкать. Красота вообще, вот работа. Вся суть квеста строит. Построить новое, чтобы сделать старым. Всего втроем поднять квест меньше, чем за неделю. Это под силу только квест хаус. Это вставлю, ладно, это вставлю. Мы весь результат протоколируем, поэтому мне надо заснять процесс. Тут какая-то трек попалась. Ну а там приличные записи. Нормально. Кстати, надо еще смотреть, как если книга умирающая, то лучше ее не вешать. Я просто ни разу не устанавливал замки. А куда? А, вот Катя, я думал, куда делась? А, я испугалась и убежала. Расскажи, что ты делаешь. Расскажи. Я выявляю пупырышки. Выявляет пупырышки. Да, это очень. Блин, я уже запустил, что у нас кухня готова. Оказывается, мы еще не выявили пупырышки. Да, это самое главное. Да, выглядит потом, как офигенно. Потом можно порезать, как бы, типа, запустить и вовремя сделать. Это же интернет.
Реально с попурушками вообще в 10 раз круче. Подкрался. Да. Впереди моего носа. Так, да? Ну, если под углом, да, нормально. Так. Итоговый результат. А что там еще подрисовывала? Я краешек делала. А. Сейчас идем гулять. Что, это уже говорить можно? Да, можно говорить. Ну вот мы находимся последний час в квест-хаусе. Последние минуты, я бы сказал. Крайние, да, минуты в квест-хаусе в Словакии. Банская Быстрица. Мы только что сдали работу нашему заказчику. Мне кажется, он остался. Мы, кстати, еще возьмем у него интервью обязательно. Все наши работы закончены, осталось только несколько строительных работ по загадкам. Они это доделают в ближайшее время, но уже без нас. А мы завтра уезжаем уже обратно. Давайте быстренько пройдемся. Давайте пройдемся. А чего проходиться? Все задекорировано. Вот, все тут, короче, работает. Реквизит. Часы. Книги вон висящие, смотрите, какие классные. Зеркало. Телефон очень классный, с символами. А, вот зеркало еще не совсем закончено, там телевизор внутри. Что, наша доска, ну, все секреты. Вот, задекорированные все стены, окна. Чудесная кухня. Мне кажется, она вообще огонь получилась. Кухня просто the best. А тут свет в ее очах разогнала тьму. Светло в ее очах разогнало тьму. Да, светло в ее очах разогнало тьму. Очач. Картины, кстати, баночки получились очень классные. А нашим партнерам осталось их только заполнить всякими гадостями. Вот, баночки получились огонь. И вот еще. Все очень устаревшие баночки. На самом деле в них можно разлить кафолу разную, все. Так, ну и потом наш холодильник. Подожди. Вот видите, это тоже магнитная штучка. Работает, видите? Да. Она работает. Без глюков. Холодильник магнитится. А, подождите, еще замок. Американский замок. Вот, влево, вправо, вниз, вверх. Вот, он вешается на холодильник. И холодильник – это наша последняя комната. Пара-па-па-па-пам. Пара-па-па-па-пам. Зеркало. Да, тут у нас еще, говорю, незаконченные строительные работы, но мы свое все сделали. Алтарь. Кнопочки. А для приковывания здесь у нас, как эти датчики называются? Секрет фирмы. Секрет фирмы, ладно. Тут надо, чтобы ты расставил все, нажал нужные кнопочки, еще приковал друга. Здесь у нас стоит страшная женщина, но она за зеркалом будет. Вот, тут есть датчик,
света, от которого реагирует и появляется страшный скример. Давайте послушаем. Да, замечательное радио на словацком языке, которое передает. Toto je prvé znamenie z Vierokruhu a prvé ohnivé znamenie. Vládnica planéta Barana Mars. Planéta Barana Mars. Давайте слушать. Ну вот, в общем, очень хорошо все. Все хорошо. Мы уложились за 5 дней, да? Да. Втроем. Я бы даже сказал, даже за 4,5 дня. И сегодня у нас еще заслуженные 3 часа отдыха перед тем, как мы ляжем спать. А, пошли еще щиток-то покажем. Ну, мы издалека. Не, ну мы внутренность не будем, мы типа там подготовка, плей. А, давай. Есть 3 состояния у квеста. Стоп. Надеюсь, видно. Стоп. Текущее время по Новосибирску. Да. Сейчас я поменяю на местное. Ой, не нажал. Подготовка, да. Подготовка. Подготовка, когда активируются все магнитные замки, и надо пройти, перезарядить квест. И плей. Не дожал. Ой. Дожал. Подожди, давай зайдем. А, дверь не забыл. Да выключи. На этом у нас все. Мы скоро выезжаем в Новосибирск, не в Калининград сначала, а потом в Новосибирск. Кстати, в Калининграде мы зайдем в местный квест-хаус и отыграем там два квеста. У нас есть в Калининграде квест-хаус. Чудеса. Какие чудеса у нас, да. Мы есть в 55 городах. Приходите играть в квест-хаус. А в Новосибирске открылись еще и виртуальные квесты. Новое слово вообще в квестах. У других нету такого. Только в квест-хаус. Что с квестом-то в итоге у вас? С квестом мне понравилось. Я даже теперь жалею, что я потеряла столько времени и не знала об этом раньше. Есть над чем подумать. Я надеюсь, что им понравится.